занимался я банковским делом. Also Herr Мещеряков hat sein ganzes Leben lang mit Bank mit Bankenwesen zu tun gehabt. Был старшим вице-президентом одного из самых крупных в России банков. Вице-президент eines großen russischen Bank, einer großen russischen Bank. Шесть лет назад решил бросить. Vor sechs Jahren hat das alles aufgegeben. И решил открыть издательство. Und einen Verlag aufzumachen. Через год после того, как открыл, понял, что очень хочу издавать детские книги. In einem Jahr hat verstanden, dass in erster Linie Kinderbücher verlegen möchte. Почему? Потому что понял, что главная проблема на нашем рынке книжном то, что нет качественной, хорошей и с точки зрения содержания, и с точки зрения оформления литературы детской. Das größte Problem für Russland war zu dem Zeitpunkt, dass man wenig gute Bücher für Kinder hat, die also was die künstlerische Gestaltung und polygraphische Aufmachung angeht. Я не боюсь, что мои книги стоят дорого для России. Ich habe keine Angst, dass meine Bücher für Russland teuer ist für Russland für russische Verhältnisse. Потому что я очень дорого и вкладываю в эти книги и в полиграфию, и в авторские права, и в художников, и в хорошую редактуру. Weil sie wirklich kostspielig sind, also gute Druckqualität, gute Illustratoren, Lektoren und alles Materialien. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, за эти шесть лет добился кое-каких успехов. Und in diesen sechs Jahren habe ich gewisse Erfolge erreicht, kann bestätigen, я подтверждаю. Два раза был признан лучшим издателем в России. Zweimal zum besten Verleger Russlands ernannt. В прошлом году наша книга стала лучшей детской книгой в России. Im vorigen Jahr wurde ein Письма насекомых. Ага. Ein unserer Bücher wurde im letzten Jahr zum besten Kinderbuch des Jahres, also Briefe der Insekten. После того, как начал издавать детские книги, стал создавать еще и специализированные магазины по продаже детских книг. Впервые в мире я начал открывать сеть, которая только детскими книгами хорошими торгует. Und jetzt habe ich damit begonnen, auch einen Buchhandelsnetz zu gründen. Es sind schon mehrere Buchhandlungen eröffnet und ihr Profil ist, dass sie nur mit qualitativen russischen Kinderbüchern zu tun haben. Только российские у вас, да, книги? Нет. А, nicht на nur русском russischen. Языке, но in der russischen Sprache, aber nicht nur russische. Формат очень неуютный, 100-150 метров. Also ein sehr gemütliches Format der Buchhandlungen, 100-150 Quadratmeter. Например, Корнелия Функе, когда была в России, я думаю, они знают, кто такая Корнелия Функе. Zum Beispiel, als Корнелия Функе in Russland war, sie kennen sie, ja? Она посетила много магазинов. Hat sie viele Buchhandlungen besucht. Но после того, как она уезжала, стала уезжать, она сказала, я очень рада, что вы мне показали лавочку детских книг, мой магазин, она была там три часа и не хотела уходить. Aber vor dem Abflug hat sie gesagt, dass sie als besser als Lavochka der Kinderbücher, я даже не знаю, как Лавочка перевести, то это не переведешь, слово такое. Буде, also Kinderbude, Kinderbuchbude sozusagen, war das Beste, was sie in Moskau gesehen hat. Плюс еще хотелось бы в конце сказать то, что я уверен, что те книги, которые я делаю, могут быть интересны не только в России, но и в других странах. Und Herr Мещеряков ist überzeugt, dass seine Bücher nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Ländern von Interesse sein können. Поэтому два года назад я открыл свое издательство в Австрии. Vor zwei Jahren hat seinen eigenen Verlag in Österreich eröffnet. И издаю там книги на немецком und языке. Und verlegt dort Bücher auf Deutsch. И продаю в Германии, в Австрии, und в Швейцарии и довольно успешно продаю. Один из магазин, допустим, крупнейший в Баварии, одну из моих книг признал лучшей, и даже мне присылали телевизионную программу, где они об этом сказали. Hat auch gesagt, dass eines seiner Bücher das Beste ist, und hat ein Fernsehprogramm zugeschickt bekommen, wo es eigentlich bestätigt wurde.
Super. Спасибо вам, Вадим, большое. Ну, всего хорошего. До свидания. Спасибо. 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 Thank you. Thank you. Danke. Счастливо. Eigentlich gar nicht erlaubt, ne?